Toto. Čo tu tradícia? Čo? Tradícia. Jaká tradícia? Jasne, na kofe, nie? A nie, na kofe nie. Čo nie? A čo dá? Nie? Nejete na kofe? Nič. Tak čo, všetko v poriadku? To uvidíme, dobre. Dobre. Hoď za policajtom proveriť, či všetko v poriadku. Hoď za policajtom proveriť. Лучше положить их в паску. А цей там мазнет? Это ну, мужик, он положил сразу в Мерседесе. Он подошел до нас, говорит, что ему сказал, там можно. Но это... Цему словацкому таможник. Что но... паспорт, когда будете давать паспорт, половину по 10 положим. Вин, ты сразу поставил, или он просил? Просил. Просил, что сказал? Трех просил, и не он. У меня просил, сказал, что я не дам. Ну? Да, я сказал, нет. Кажи, на каве, кажи, традиция, на кавечку, кажу, нет, я не дам. Были люди, которые не дали, вот была стояла Шкода. Простояли, я не знаю, но очень долго не простояли здесь, у них нашли проблемы с документами. После 6, а потом 6 утра. И, в общем, они стояли, и в конце концов дали и уехали. А вы звідки? Сумаш приехали? Не, мы в Словакии работаем просто, приехали. У нас машины просто здесь были, и уже домой гоним там раз там. Я понял, понял. Ну, это капец. Сейчас таможня вроде до 6 робить, и потом 6 утра.